Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 7. Урок 3. Вертолет пролетает 840 километров за 3 часа. Автомобиль проходит это же расстояние, но за 7 часов. Чья скорость больше и насколько? Первым действием мы узнаем скорость вертолета. Для этого мы путь 840 километров разделим на время. Найдем скорость 280 км в час. Скорость автомобиля будет равна 840 км, так как расстояние такое же. Мы разделим на время 7 часов, пройденное автомобилем, и узнаем, что скорость автомобиля 120 км в час. 280 км в час скорость вертолета больше, чем скорость автомобиля. Вычтем из скорости вертолета скорость автомобиля, и мы узнаем, насколько больше скорость вертолета. Она оказалась большей на 160 км в час. Заполним таблицу. Вертолет прошел такое же расстояние, как и автомобиль. Но вертолет был в пути 3 часа, а автомобиль 7 часов. То есть тоже расстояние, но наше движущее средство прошло за большее время. Следовательно, и скорость его будет меньшей. Скорость вертолета 280 км в час, а скорость автомобиля 120 км в час. Разница в их скоростях на 160 км. Вертолет движется быстрее, чем автомобиль. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.